С 1 марта по 1 июня областная инспекция рыбного хозяйства проводит акцию «Чистые водоемы». Цель – очистить реки и озера от бытовых отходов и пресечь факты браконьерства на водоемах, так как сейчас сезон нереста рыб. В Жамбылской области на сегодняшний день насчитывается 142 рыбохозяйственных водоема. На всех них ведется массовая уборка. На сегодняшний день в уборке Беликольского водоема задействованы 5 моторных лодок, сотрудники инспекции и жители села. Мало того, что любители рыбалки устанавливают запрещенные сети, многие оставляют их в воде. После них запутывается рыба и начинает портиться. По этой причине из водоемов исходит неприятный запах. Кроме того, с поверхности озера был убран бытовой мусор. 4 километра сетей нами было обнаружено. Мы их вытащили. Также очищаем озеро от бытовых отходов. Работы продолжаются. Будем проводить их вплоть до 1 июня текущего года. Сезон нереста продлится до 1 июня. Тем не менее, это не останавливает недобросовестных рыбаков. Сотрудниками инспекции было изъято немалое количество рыболовных принадлежностей. Каждый день мы выезжаем на озеро, находим сети, нам приходится собирать все это. Мы еще видим факты, когда незаконно рыбачат. Эти мероприятия будут проводиться до 1 июня. С начала марта в результате работы, проведенной работниками Шуталасского межобластного бассейнового рыбного хозяйства, зарегистрировано 48 случаев нарушений рыболовного законодательства. Составлены административные протоколы. 15 человек оштрафованы на 570 тысяч тенге за нанесенный ущерб окружающей среде. Ильдар Гизатуллин, Руслан Саныбаев, Айкон Акпарат.